Привет всем! Сегодня у нас 27 декабря и приступаю к готовке, выпеканию бисквитов для новогоднего торта. Точнее, для двух новогодних тортов, поэтому планы большие. Нужно испечь, в общем, 5 или 6 таких вот бисквитов. В общем, сегодня займусь первыми двумя. Вот такие вот домашние яйца от нашего дедушки. Его курочки хорошо, в принципе, несутся, поэтому в бисквиты идет много яиц, поэтому яиц нужно тоже много. На вот такую форму диаметром 20 сантиметров. Здесь у нас будет, скорее всего, около 5 или 6 яиц. Ну, в зависимости тоже, конечно, от размеров. Покрупнее, то поменьше. А на большую вот эту форму нужно уже около 9 яиц. А, соответственно, самую большую, 27 сантиметров, которая у нас, там около 15 яиц. Поэтому такое вот большое количество нужно различных припасов. Муку вот такую вот купили. Олейку, в принципе, она у нас везде продается. Ну и будем с нее готовить. В принципе, очень хорошая такая мука. Такой мешочек, поэтому все идет, когда выпечкой занимаешься, муки надо много. И вот так вот украшено в комнате. Гирляндами. Гирлянды уже старые. Ой, им, наверное, лет 10 уже. Но качественные, то недолго служат. Такая вот красотища тоже. Новогоднее настроение. Так вот мигают. И у них одинаковые режимы. Просто одна подлиннее, другая покороче. А вот режимы совершенно одинаковые. Это вот такая вот красотень. Здесь вот такая вот тоже гирлянда. Красивенькая. И на окошке тоже мигает немножко так. Рыжик наш наелся, поэтому сейчас он такой спит, лежит. Такой же большой рыжик вырос. Да, рыжка. Такой вот котофеище. Уже вот такой вот снежок у нас выпал. Наверное, сантиметров 35-40. Морозы стояли минус 30. А вот сейчас потеплело. Всего, наверное, 7 градусов мороза. И вот где стояли пчелы, уже все практически вот снежком так присыпало. Птички летают. Синички. Прям в кормушке скачет. Вот такой вот снег. Идет и идет. Стало больше. Птички вот летают. В кормушку прилетела синичка. Вот так вот. Теплице надо будет уже снег скидывать. Зима идет. Дровишки потихоньку уходят. Печку топим. Пчелы зимуют вроде бы хорошо. Сейчас все присыпано снегом. Тоже какой снежный вот такой бархан на крыше. Вот такой вот снегопад. Лопата, метла. В общем, зимой, конечно, тоже работа есть. Снег чистить. Печку надо каждый день топить. Так вот. Такой вот снег. Ну, его еще подсыпет потом. Было тепло, когда вот с теплицы он сам даже сходил. Но надо будет скидывать, чтобы как бы он не продавливал карбонат этот вот
нужно все-таки его скидывать. За зиму, наверное, раз 5-6. Снег убираем, счищаем. Здесь тоже дровишки на зиму. Вот так вот сейчас в огороде. Тихонько так снег идет. Там тоже дровишки, в общем, все в дровишках. Но снега как бы здесь побольше. Землянику все припорошило. В общем, все должно перезимовать. Сегодня 28 декабря. Вот замешиваю еще один бисквит. Здесь у нас 15 яиц, 14 столовых ложек муки и 5-6 ложек столовых какао. Сахара идет 15 ложек столовых и разрыхлителя пакетик. Такое тесто получается. Это у нас на форму 27 сантиметров в диаметре. Сейчас будем переливать и ставим наш бисквит выпекаться при температуре 170 градусов, 45 минут, ну или чуть больше, там все будет видно, в зависимости от того, как будет печь духовка. Сегодня у нас 29 декабря и готовлю ванильный бисквит. Здесь у нас 11 белков, 11 желтков, 11 ложек сахара, 13 или 14 ложек столовых муки, немножко разрыхлителя и вот такой вот ванилин. Очень ароматный, вот, вкусный этот ванилин. И по щепотке соли добавляем и в белки, и в желтки. И все взбиваем. Ну и форму застилаем пергаментом, бока не смазываем. Это форма где-то 26, наверное, сантиметров в диаметре. Ну и все, начинаем готовить. Взбиваем белки с солью, добавляем 2 трети нормы сахара и снова все взбиваем в крепкую пену. Желтки взбиваем с солью и добавляем оставшийся сахар. И снова все продолжаем взбивать. Желтки добавляем в белки и все аккуратно перемешиваем такими вот движениями снизу вверх. Добавляем ванилин и просеиваем муку в наше тесто. И выкладываем наше тесто в форму. Тесто получилось многовато в этой форме. Первый раз пеку. Ну, ничего, все пропечется. Будет нормально, он не убежит. И ставим разогретую духовку 170 градусов на 35-40 минут. Будем смотреть уже, как будет выпекаться. Такие вот бисквиты. Шоколадные. 4 бисквита и один ванильный.